объясняю, что с начала данных событий всех мужчин, кого я видела среди заложников, в такой одежде никого не было. Данный мужчина был, скорее всего, среднего роста, плотного телосложения. Он разговаривал на русском языке с сильным акцентом, похожим на чеченский или ингушский. Ваша честь, у меня вопрос вот в связи с этими оглашенными показаниями вот этой потерпевшей Кулаеву. Кулаев, скажите, это вы были? Не было, не говорит. А? Не было, не я. Но вы же через окно выпрыгнули в столовой. Ну, это даже такой одежды. Вообще не послушал эти показания. А? Не было, меня не видел, джинсовая. В какой вы одежде были? У меня белая футболка была порванная, левая рука. Какого цвета? Молочного цвета. Молочного цвета? Да. А внизу штаны какие были? Тоже белые, трико было спортивное. Какого цвета? Белый. Чисто белого? Вот как да. Вот эти листы? А? Да, чисто белый. А на ногах что было? Кроссовки были. Кроссовки какого цвета? Кроссовки черные, красные, полоска кроссовки. Угу. Сейчас, да. Значит, черные с красной полосой, да, были? Да. Кроме вас, кто у кого-либо из боевиков еще были светлые штаны? Не было, светлой одежды никто там больше. Значит, кроме вас ни у кого не было светлой одежды. Вот когда вы зашли в столовую, с кем-либо вы разговаривали из заложников? Со мной сидел этот мужик, с ним разговаривал, больше не разговаривал. Значит, разговаривали с мужчиной. Да. Что, о чем вы разговаривали? Я ему говорил, скажи, чтобы атамелфовцы были. Я сказал ему, выпрыгни, они меня все равно не слушают. Скажи им, чтобы не стреляли сюда. Кулаев, минуточку. Более внятно, о чем разговаривали? Вы что-то ему говорили, он вам что-то говорил, вот более внятно. Ну, он мне что говорил, я даже не помню, какой-то не помните. Чеченского спортсмена, он мне говорил, у меня знакомый чеченец кто-то. И потом так. Он а вы, им, а вы ему что говорили? Я ему сказал, что там элфовцы на окне, короче, скажи им, чтобы сюда не стреляли, здесь следят эти люди, короче. Он сказал, ты выпрыгни, я не могу. Он потом, я тогда сказал элфовцы, когда я выпрыгнул, они, короче, сперва бежали, я сказал, когда я боевик, с боевиками, они убежали от, из окна элфовцы. Потом пришли они, опять, короче, потом я выпрыгнул. Значит, вы... Скажите... Вы сами сказали этому мужчине, что вы вот боевик. Как он понял, что вы чеченец? Он почему об этом речь шла? А? Он не спрашивал, кто такой. О чем он спрашивал? Он мне сразу сказал, кто ты, откуда ты. А, он спросил, кто да. ты. Вы сказали, кто вы? Да, я сказал. Как вы сказали? Я сказал. Да, вот повторите нас... То, что вы сказали этому мужчине. Я как ему объяснил, как нас привезли, не сказали, куда идут, ничего не сказали. Вот так долго вы с ним разговаривали, да? Минут 10-15, по-моему, мы там. Минут 10-15. Ну, здесь этот мужчина был допрошен в качестве потерпевшего. Вы слышали его показания? Да. Слышали. Он правильно все рассказал? Да, он справился. Скажите, где вы успели переодеться? Переодеться. Где у вас они была переодели одежда? Я из дома, как вышли, там был. Ну, сверху у вас вот на той одежде, на светлой была другая одежда? У нас четырех вообще не было, другой одежды, гражданская форма только у нас была. А жилет на вас был разгрузочный? Жилет не был, не жилет. Не было. Ну, ясно. Я не имею к нему вопросов. Может быть, у участников вопросы есть.
Нет, да? Нет. Значит, оглашаются листы дела. Давай, давай, давай. А то некрасиво получается. Листы дела 314-317. Это показания потерпевшей Жукаевой Раисы Александровны. Она была допрошена 5 сентября 2004 года и пояснила, что 1 сентября примерно в 9 часов вместе со снохой Жукаевой Мариной и ее детьми Мадиной 96 года и Альбиной 97 года рождения пришли в школу номер 1 на торжественную линейку. Примерно в 9:15 на нас напали боевики. Они стали стрелять и загонять всех в школу. Когда я услышала выстрелы, то выбежала из школы, чтобы спасти детей. Возле крыльца школы одна из пуль попала мне в правую ногу. А если точнее, то в колено. Я упала и осталась лежать возле входа в школу. А боевики загнали детей в школу. Затем началась сильная перестрелка между боевиками и милиционерами. Я боялась, что меня убьют, поэтому пролежала под стенами школы всю ночь. Ночью во время дождя я отползла к какому-то дому и до обеда следующего дня пролежала там. Я звала на помощь, но бандиты, но поблизости, вернее, никого не было. 2 сентября 2004 года в обеденное время я выползла из этого дома и проползла в направлении здания налоговой полиции или инспекции. Там меня встретили незнакомые ребята и доставили в больницу. Поясняю, что после ранения я перевязала раненую ногу проводом и обвязала рану, чтобы не было заражений. После освобождения заложников 3 сентября я узнала, что моя сноха Марина и обе ее дочери спаслись, но получили ранения и были частично и были госпитализированы. Планировка школы номер 1 мне не знакома, поэтому указать место свое местонахождение во время нападения на схеме я затрудняюсь. Вот такие ее показания. Оглашаются показания потерпевшей на листах дела 383, 386 Авсановой Фатимы Анзоровны. Допрошена она была 6 сентября 2004 года. Значит, и пояснила, что в настоящее время она работает лаборантом в средней школе номер 1. Кроме этого, у нее в школе учится дочь Бела. 1 сентября 2004 года начинается новый учебный год. Я вместе со своей дочерью пошла в школу номер 1. Примерно в 9 часов, когда учащиеся построились на линейке, в школу ворвались вооруженные люди. Они стали стрелять, загоняли людей в спортзал. После того, как людей загнали в спортзал, стали минировать зал. В первые дни людям разрешали ходить в туалет, давали пить воду. Но в последующем отношение боевиков к заложникам изменилось. В моем присутствии в зале боевики никого не убивали. От них исходили только угрозы. Но из зала забирали взрослых мужчин, и они в зал больше не возвращались. В зале среди заложников со мной, со многими лично была знакома, так как я работаю в этой школе. 3 сентября стали взрывать в школе снаряды. В результате этой бомбежки я была ранена, но при этом я находилась в сознании. Также была ранена моя дочь Бела. После того, как меня нашли, доставили в больницу. В моем присутствии
в отношении заложников никто из боевиков половых преступлений не совершал, ни с кем из боевиков я ранее не была знакома. Ранее с ними не встречалась. Моя дочь Бела также была тяжело ранена. У нее черепно-мозговая травма и огнестрельное ранение в ногу. Она была впоследствии оперирована в республиканской клинической больнице. Значит, листы дела дополнительные. Листы дела 387-394. Это протокол Авсановой, да, Фатимы от 7 октября 2004 года. И она здесь вот что пояснила, что в 8 часов 30 минут пришла в школу, работает вот лаборантом предмета химии в лаборатории со своей дочерью. И, значит, старшей дочерью Авсановой и ее дочерью Дзукаевой, то есть внучкой. Работает в этой школе более 20 лет. Значит, как происходили вопросы, как происходил захват заложников? Был ли кто-либо убит при захвате? И она поясняет, что... Все люди находились на линейке во дворе школы, еще не успели собраться. Это было примерно в начале 9 часов утра. Точное время сказать не могу. В этот момент со стороны железной дороги прибежали вооруженные люди, которые стали стрелять в воздух и загонять всех в спортзал школы. Когда мы зашли в спортзал, я увидела мужчину на полу, под которым была кровь. Я не знаю, кто его убил, кто это был.